Люди, имейте совесть, хватит жарить шашлыки и палить наш Буэрский лес. Потому что вы даете не только работу лесникам, но вы уничтожаете наше достояние. Это ж... Смотрите. Вы ж поджигаете сухую траву, листья, все поджигаете. Делаете шашлыки в лесу. И в итоге вы... Видите, сосна горит сверху. Это вы спаливаете наше достояние, наш лес Буэрский. Очень много горит. Просьба репостите, потому что действительно это ненормально. Как вам не хватает Чернобыля, вам не хватает Житомирщины, вы еще хотите Киевщину спалить? Вообще, люди, у вас мозги есть? Если бы хотя бы грамм совести был, вам надо обязательно спалить сухую траву, в которой птицы живут, насекомые, животные. Вам надо все спалить, я так понял. Вам не жалко нашего достояния? Это же все Украина, это все наше. Пожарники, лесники наши борются с этим огнем. Видите, все. Все горит. Это наша совесть, это наши вот люди палят шашлыки. Это еще майских не наступило. Просьба. Репостите, говорите людям, что хватит жарить шашлыки в лесу, сухую траву палить, даже возле своего частного дома. Ну, частники, ну, просьба. Это же наше украинское достояние, наш лес. Вы его просто спаливаете. А потом... Будете страдать на ту же радиацию, которую вы дышите, потому что вы все спаливаете. Как вам ночью? Нормально дышится, когда это все горит? Да, это горит Буэрский лес. Люди, просто имейте совесть, не палите. Спасибо лесникам, они хоть спасают после ваших шашлыков наш лес. Но может все-таки вы будете сидеть дома, а не спаливать лес или поля наши, загрязнять экологию. Это ж экотерроризм на самом деле. Ночами ж дышать нечем, вы ж сами мучаетесь и других мучаете. Зачем вам этот шашлык? Не хватает вам еды дома? Там хочется веселья? В этот раз повезло, я так вижу, локация огня потихонечку, огонь проигрывает, это капец, вам не хватает коронавируса, всякой еще хрени такой, решили еще все спалить.